Ну я не обычный слушатель. Я живу в сказочной стране. Стране музыки. Стране волшебных звуков. И сегодня мы с вами совершим путешествие в эту удивительную страну звуков. Смотрите вокруг. Весь наш зал усыпан свежими. А знаете, это неспроста. Ведь сегодняшний концерт будут вести эти самые снежинки. Вы думаете, как это? Кто-нибудь знает, как может концерт вести снежинок? Нет. Никто не знает? А я вам расскажу. Вот я сейчас буду первой. Я найду на елочке свою снежинку со своим именем и прочитаю, кто будет первым открывать наш концерт. Так, Дед Мороз. О, я нашла, смотрите. Это снежинка с именем Сережа. Ведь это я, правда? Да. Вот, и кто у нас первый выступает? А первым наш концерт будет открывать Жигулин Алексей с выступлением «Спортивный марш». Давайте поприветствуем. Thank you.
отсюда далеко, вам добраться нелегко. Своих коней я торопил и к вам на праздник поспешил. Хочу вас, дорогие ребята, поздравить, конечно же, с новым наступающим годом. Аплодисменты! Давайте вас поздравим! Вы сегодня красивые, какие вы нарядные, как настоящие артисты. Ну, конечно, сегодня же ваш первый праздник. Сегодня вы все юные музыканты. А мы приехали к вам не просто так. Не мы просто приехали так. С подарками. Подарками? Наконец-то, молодцы! Что, получилось?
чудо, замечательное чудо. Мне кажется, у нас остался еще один номер. Да. Снежинка одна. Все очень хорошо, но на елочке осталась одна снежинка, я тебе хотел сказать. Давай-ка я сейчас ее. Нет, Мороз, обрывай меня, я тебе проверяю комнату. Так уж и быть, я торгую эту снежинку. Это вот она, да? Да. Это вот это? Да. Вот она. Так, сейчас я прочитаю, кто будет выступать сейчас. Ой, а сейчас выступает коллектив музыкальный, который называется «Стиляги».